Детство – самая прекрасная пора в жизни каждого человека, и значимую часть этого времени ребенок проводит в школе, которая становится вторым домом. И сколько бы времени ни прошло со дня выпускного бала, школьные годы не забываются. В нашей стране есть замечательная традиция – собирать всех выпускников школ на вечер встречи. Этого дня все ждут с нетерпением и готовятся к нему. Ведь можно снова, хоть на время, окунуться в детство, увидеть своих школьных друзей, встретиться с учителями, увидеть родную школу, которая всегда рада возвращению своих детей, ставших уже совсем взрослыми. Первая суббота февраля, наверное, один из самых долгожданных вообще праздников всей школьной жизни. Встречаются все, кто здесь учился. Это самая долгожданная встреча. Нам очень хочется, чтобы сегодня хотя бы на пару часов каждый забыл о своем возрасте, вспомнил о своих школьных годах, встретился с одноклассниками, с учителями. И мы очень надеемся, что сегодняшняя встреча будет самой теплой и запоминающейся. В третьей школе к встрече своих выпускников готовились очень тщательно. На входе они получали посадочный талон на самолет, который отправлял их в детство. Одной из пассажирок этого волшебного рейса стала Наталья Гусарова. В этом году у ее класса юбилейный выпуск – 30 лет со дня окончания школы. И она просто не могла пропустить это событие. Обожаю школу свою, обожаю эти воспоминания об этой школе. Всех люблю, не знаю, что добавить. Есть ностальгия по школе? Конечно, обязательно. Самое лучшее, не знаю, одноклассники, учителя прекрасные. Как веселились, как отдыхали, как учились, все было здорово. Спасибо огромное за все просто. И продолжайте учить детей. И новое поколение пускай также с удовольствием возвращается в эту школу. Школьные годы не забываются, причем не только для учеников, но и для учителей, которые вкладывали столько сил и времени в каждого. Видеть своих уже выросших учеников, состоявшимися и добившимися успеха людьми, для учителей, наверное, самое главное, ради чего они работают. Сегодня у меня 10-летний выпуск, юбилейный. Конечно, рада я видеть. Это дети, с которыми я выросла вместе с ними. Мы росли прямо с детского сада. Самые красивые, самые талантливые, самые дружные, наверное, были. Но сегодня немножко их, конечно, не все смогли прийти, но они все, как говорится, вместе, душой вместе. Очень люблю школу, каждый день вспоминаю ее, можно сказать, правда, даже снятся моменты. И, ну, здесь все, здесь была и дружба, и знакомство, и все, что надо. Я считаю, что мне очень повезло. Для выпускников нынешние школьники подготовили творческую программу. Они читали стихи, проводили игры для гостей праздника и исполняли танцы. И пусть проходят годы, но воспоминания о школе, одноклассниках, учителях не забываются. И благодаря таким встречам удается вернуться в прошлое и вновь побыть беззаботным, счастливым ребенком. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».